Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 1 марта. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара – евро-доллар. Общее укрепление доллара США, а также умеренное ослабление евро продолжает оказывать давление на котировки пары, которым удалось пробить и зафиксироваться под техническим уровнем поддержки 1.22.10. Поэтому медвежий сценарий все еще в приоритете. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов после сильного роста накануне. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается ниже средних значений за месяц и полгода, поэтому риск появления мощного ценового движения продолжает увеличиваться. Дальнейшее ослабление котировок пары все еще рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Котировкам пары удалось обновить февральские минимумы, при этом активность продавцов заметно снизилась в преддверии очередного выступления с речью главы Федрезерва. Дальнейшее укрепление доллара США может привести к очередному этапу распродаж по данной валютной паре. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается выше среднего значения за полгода, но и сегодня торговая активность может оставаться повышенной. Дальнейшее ослабление котировок пары все еще рассматриваю в качестве основного сценария на сегодня. А сейчас перейдем к паре доллар США – канадский доллар. По-прежнему основным драйвером роста выступает доллар США, который продолжает укрепляться по всему спектру рынка. К тому же и снижение цен на нефть способствует развитию восходящего ценового движения. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса, но риски все еще смещены вверх. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается незначительно выше среднего значения за месяц, но все еще не приходится рассчитывать на существенное охлаждение рынка. Целевой уровень у отметки 1.2880 все еще не достигнут, поэтому бычий сценарий остается в приоритете. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Во время американской торговой сессии будет достаточно много публикаций макроэкономических отчетов из США. В частности, необходимо уделить внимание данным по изменению расходов населения. Однако более значимым событием для доллара США станут комментарии председателя ФРС США и, конечно же, публикация производственного индекса ICM. Общий оптимизм может оказать достаточно мощную поддержку доллару США в краткосрочном и среднесрочном периодах. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка».Финансовая группа поддержки.